Друзья, всем привет! Наступил ноябрь, я на своей машине, на своей ласточке, на Весте решил поменять дворники. Поставил на зиму бескаркасные, а вот эти вот каркасные я решил заменить. Они у меня, резина прохудилась. Я купил новые, как они называются, ленты стеклоочистителя, очень известной марки, называется «Каждый день» в Ашане. 74, по-моему, рубля. И сейчас буду менять. Сейчас покажу вам, как это делать. Ну что, поехали. Вот у меня дворник. Это старая резина. У него с одной стороны свободный конец, с другой торцевой. То есть отсюда будем и снимать, вытягивать. Вытягиваем вместе с этими вот металлическими, видно, да? С этими металлическими планками. Вытягивается, довольно-таки просто. Сдернули его. Все. Вот, остался у нас дворник с кромыслами. Это у меня водительский, длинный. Железные наши пластинки мы снимаем. Все, эта резина на выкид. И берем нашу офигенную резину магазина и фирмы «Каждый день». А вот, в целом написано «Каждый день», да, но на самом деле это вот производство, где она, Ленинградская область, как-то она, Хорсиликон. То есть резинки силиконовые, которые они производят. Что теперь делаем? Вставляем металлические направляющие. Вот таким образом. Вставили обе. Вернее, с обоих сторон. Вот самую первую, вот так. Сейчас давайте вот так отведу, чтобы видно было. В самую первую, в самый первый паз. Все, то есть мы подготовили к тому, чтобы вставить в дворники. Уже, в металлический каркас. Для удобства я поднимаю их вертикально. И просто вот так провожу. И они самостоятельно становятся на место. То есть все у меня, в принципе, вот готово. Эта лента довольно-таки жесткая. Начинаем вставлять. Вставляется с любой стороны, абсолютно. С какой удобно, с той и делаем. Начинаем заправлять. Сейчас поправим вот этот край. И начинаем заправлять в эти коромысла. Все, первое прошло. Второе коромысло. И так далее. То есть ничего сложного в этом процессе нету. Пропустил один. Кто говорит, я лучше куплю новый дворник. Да ради бога, покупайте. Но вы думаете, что у вас новый дворник будет намного лучше? Просто можно купить хорошую резинку. Все, ребят. У меня готов. Длина его 480, по-моему, 60 дюймов называется. Чтобы лучше держался, я беру просто края чуть-чуть, поджимаю, чтобы он никуда не выскочил во время работы. Теперь остается свободный конец. Так, вот так, наверное, его просуну. Вот, остается свободный конец. Здесь видно металлическое. Вот так-то видно, что выходит там чуть-чуть. Подтянули. Дальше обычным канцелярским, или как он, строительный нож. Отрезаем ненужную резинку. И здесь также поджимаем. Ну все, ребят, дворник готов. Вот. То есть посмотрим его в работе. Смотрите, пока ставил, у меня руки покрылись, графит, я называю графит, как пишут на дворниках, резины, силикон с графитом. То есть, в принципе, я думаю, неплохо, что в этой резине, в этом силиконе присутствует графит. Посмотрим, как будут чистить они уже на машине. Вот и все. Очень легко и просто заменить вот эти резинки на стеклоочистителях. Кому понравилось видео, ставьте лайк, кому нет, дизлайк, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, ребят, всем удачи, давайте. Всего хорошего.